Мендеткунда Урмут. Здравствуйте, дорогие земляки. У нас уже по традиции мы каждый год записываем прогноз астрологический на следующий год. И в преддверии праздников хочу поздравить всех с у нас вот в этом году Зул будет 29 декабря, 28 у нас день траура, потом следующий день будет Зул, потом будет Новый год сразу буквально через день, да? Такой необычный год, скажем. И хотел бы от всей души в преддверии этих праздников поздравить всех земляков, пожелать вам, чтобы следующий год был замечательный, положительный, добрый, спокойный. Помимо этого, да, вот уже в течение 2 лет у нас практически вот эту Кырджиль, потом Хулгындиль, у нас вот пандемия там, да, многие ограничения, так уже, конечно, полегче стало, но тем не менее, вот, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех земляков, которые вот непростое это время, вот в этот Кырджиль в прошлом году, очень много оказывали там землякам помощь, врачам. Вот особенно хотел бы я выразить всем тем людям, которые, скажем, отважно, да, сражались вот этой пандемией и сейчас продолжают бороться. Я хочу, чтобы у вас вот следующий год, чтобы постарались для людей, как и в прошлых годах, вот. И я вот хотел бы поблагодарить именно вот тех людей, которые вот оказывали помощь нашей республике. Я знаю, что вот земляки наши в Москве это много помогали. И что касается вот прогноза нашего астрологического, в этом году у нас Зул будет 29 декабря, это Барджиль будет начинаться. И в следующем году Зул будет у нас 18 декабря, Барджиль будет заканчиваться от Зул до Зул. Вот обычно мы первые делаем вот общий прогноз на год. В целом, сам по себе, конечно, Барджиль, он такой своеобразный немножечко год. Из всех 12 годов его выделяют именно таким, как бы сказать, активностью сильной, да? Вот для, скажем, ну, некоторых годов, которые год будет неблагоприятный, конечно, там отдельно мы еще расскажем. Но в целом, вот сам по себе год Барджиль, особенности его, это вот именно сильная сторона материально-финансовом отношении, именно в купле-продаже. И второе, то, что этот год, возможно, будет благоприятный для поездок. И именно вот в целом я что посоветовал бы, да, сам по себе год Барджиль из 12 годов, он такой не тяжелый, положительный год. И если вы в целом будете планировать его, то старайтесь, может быть, в этом году заложить там поездки дальние. Потом, помимо этого, я думаю, что очень хорошо будет обратить внимание такой год на материальную сторону. Если у вас есть возможности там приобрести какую-нибудь недвижимость, там машину, или куда-нибудь вложиться там. Ну, то есть именно вот эти две стороны, то, что год этот очень активный, и второе, то, что это в материально-финансовом плане именно для купли-продажи он благоприятный год. Вот в целом, если говорить о погодных каких-то условиях, да, в течение года, я думаю, что зима будет, конец года, следующий год, я думаю, будет такой холодный он. Вот этот год Кырджиль, который заканчивается, да, зима обычно бывает такая, она как, я думаю, Кырджиль, он больше для земледелия такой, больше подходящий, поэтому, например, вот это конец зимы и следующее полугодие первое, хорошо будет те люди, которые занимаются вот посевами, да, там, земледелием, да, я думаю, что вот это благоприятное время будет первое полугодие. Поэтому те, кто люди занимаются именно связанной работой с землей, то и вот это первое полугодие надо стараться как можно больше в него успеть сделать, там посадить и все такое. Вот второе полугодие, которое уже будет больше уже как от Барджиль зависеть, да, вот конец, я думаю, зимы будет, он такой суровый, такой холодная зима будет. Поэтому я думаю, что если взять конец года, то
возможно, надо будет стараться вот именно те люди, у которых есть заболевания, связанные с переменами, вот там погодных заболеваний и так далее, я думаю, надо будет хорошенько подготовиться именно к концу года. Помимо этого, да, что касается, например, вот следующий вот у нас 2022 год, я думаю, конечно, очень положительно, что вот я потихонечку уже прогнозы делаю индивидуальные для людей. И я что хочу подчеркнуть в этом году, да, он такой позитивный. Вот я думаю, что именно очень много таких позитивных вещей, да, там веселых, там свадьбы, я думаю, что много будет в этот год у нас, праздников много, да. И помимо этого я хотел бы также посоветовать всем людям самим в целом, да, вот у нас даже, например, в республике в целом так едешь, смотришь на людей вокруг, они такие в основном хмурые, такие как-то, ну, вот, например, я был в Индии, когда в Индии едешь на улице, люди в основном так улыбаются, встретят кого-то, такие позитивные чуть-чуть, сами по себе, хотя, например, жизненные условия, если у нас, например, люди встретишь и говоришь, ой, почему вы такой хмурый, да? А они говорят, о, там проблемы у меня, там что-то там на случилось, зарплата маленькая, еще что-то там, да? Ну, в Индии условия у людей гораздо, скажем, хуже, чем, да, но, тем не менее, люди сохраняют такой позитивный настрой, улыбчивость. Есть такая хорошая пословица, да, ничто не дается нам так дешево и не ценится другими так дорого, как вежливость. Поэтому вот смысл там такой, что вежливым нам, да, приятным, добрым быть совсем не тяжело, это нам дешево дается. А вот другими людьми это ценится прям очень дорого. Поэтому я хотел бы вот подчеркнуть вот именно в Барджиль, да, старайтесь держаться вот именно характера года, да, скажем, позитивного такого, игривого, активного года. И если у вас, например, да, в повседневной жизни, я замечаю очень много сейчас с людьми, когда встречаешься, да, там есть вот там депрессии, например, после болезни, да, там есть, говорят, что после коронавируса последствия также в эмоциональном плане тяжело люди находятся, да. Вот у нас есть такое понятие, как медитация, да, то есть вот медитативные практики, так она звучит вроде как все очень заоблачно, тяжело, как будто бы на первый взгляд. Но на самом деле медитация, что это такое? Это анализ работы сознания человека, да? И вот, например, у нас в основном, вот я смотрю, люди привыкли зацикливаться на негативных вещах. Например, вот случилась у человека какая-нибудь проблема, он погружен в нее там, ну, неделю, две, три. И он умом, подобно тому, как голодный человек думает о еде постоянно, его сознание цепляется, так человек, когда у него проблема случается, он умственно цепляется за эту проблему, возвращается. Вот он идет куда-нибудь, общается с кем-то, и у него мысли возвращаются к этой проблеме, будь там на работе какие-то проблемы. Да? И вот, например, через 2-3 недели ситуация разрешилась, все наладилось, а ум его привык цепляться за негативный момент. И таким образом вот этот анализ работы сознания своего, он очень важен. Почему? Потому что ум привыкает работать в одном русле, и вот он, негатив здесь разрешилась ситуация, он начинает на другом негативе концентрироваться. Поэтому поток ума людей, особенно склонных к негативному мышлению, дело в том, что у них вот сознание работает бесконтрольно и зациклено именно на концентрации вот плохих новостей, переживать за что-то привыкают люди. Я вот хотел бы посоветовать всем нашим жителям, да, в республике вот именно чуть-чуть задуматься о вот этом, да, чтобы, например, контроль работы сознания, чтобы у вас был не постоянный поток негатива, иногда у вас праздники, там, зул, там, день рождения кого-то, свадьба идет, там, о, все радуются, да, а наоборот, пускай у вас будут позитивные мышления, да? А иногда пускай будут какие-то проблемы случаться, там негативные моменты. И поэтому вот именно в этот, да, год Барджиль я бы посоветовал людям вот нашей республики обратить внимание также еще на вот в доме, внутри семьи, да, как общаются. Вот, например, утром
вечером, когда вы с детьми находитесь, да, старайтесь разговаривать, там, например, вот был у меня случай, я утром в 7 часов встал, там, готовлю завтрак, и ко мне пришел один знакомый человек, я его просто спросил, там, как дела, здоровье, и буквально он около 40 минут мне рассказывал про тяжелые заболевания, проблемы, да, там, сложности и так далее. Я понимаю, что люди хотят выговориться, там, что тяжело, да, но, тем не менее, я думаю, то, что вы обсуждаете утром, как вы настраиваете себя, да, если вы будете уже с утра думать о плохом, то это будет влиять на ваш повседневный, вот дальше весь день вот такой. Поэтому с утра настраивайтесь, да, именно на хорошее, на позитивное мышление, на добрый настрой к людям, взаимоотношения, помощь. Вот как Его Святейшество Далай-Лама говорит, что наш мир не нуждается на данный момент там в военно-начальниках, политиках, актерах, артистах. Этого много сейчас в нашем мире. Наш мир отчаянно нуждается именно в добрых, созидательных людях, которые несут позитив, тепло, заботу людям. Да? И вот я хотел бы сказать, что вот именно если вот этот бардель взять, именно позитивный настрой самого года, да, то есть потенциал его такой, поэтому люди, чтобы именно на этом потенциале старались их концентрировать. Домашнюю обстановку, взаимоотношения с друзьями, именно тепло, что было. Помимо этого, да, вот в течение года, на что желательно обратить внимание, да, это вот экология. Вот, например, да, сейчас у нас очень много экологических активистов есть, да, в республике. И я прям слежу за некоторыми, стараюсь поддерживать там. Вот наш благотворительный фонд, там, мы сажаем деревья там, и так далее, стараемся поливать здесь. И вот экология, да, в нашей республике, вот когда случилась вот эта пандемия, многие люди просили узнать причину в чем. Почему вот в нашем мире случилась такая большая вот эпидемия там, и все такое. И когда мы делали прогноз или там вот бичик халяга, да, это от неправильного образа жизни, от неправильной заботы об экологии, окружающей среде. Причина в этом была. Неправильном питании людей, неправильный образ жизни, в общем, вот эта причина. Поэтому я хотел бы таднде, да, вот им бардельдан сказать, что вот экология в нашей республике в прошлом году была засуха, да, там вот в этом году, да, бардель можно многое поменять именно своими силами, и чтобы люди, да, старались вот мусор, да, чтобы вот у нас как начнется ветер, да, по всему городу пакеты везде летают. Нужно, чтобы люди чуть-чуть задумались об окружающей среде, о том, что нужно вот особенно вот наши южные, да, регионы, там вот Яшкуль поселок, да, и Кибурульский район, потом Черноземельский район, чтобы они старались вот именно сажать деревья, там, где есть опустынивание идет, да. Потом, например, скот как вытаптывает, да, всю траву. Вот, например, шарики люди запускают, да. Очень много вот таких моментов. Я хотел бы, чтобы у нас вот именно в бардель, да, так как вот этот год, да, нужно обратить внимание на заботу об экологии. И я сам хочу вот в течение года больше обратить внимание именно на экологические проблемы в республике. Вода, например, да, там чистота, чтобы была. Поэтому призываю всех наших земляков, чтобы именно в этот год тигра мы немножко уделили вот именно экологии нашей. Помимо этого, в целом, да, конечно, бардель, да, это такой еще год, который немножечко, он агрессивный сам по себе, да. Люди, год именно бардель, который сам по себе год, он немножечко агрессивный может быть. Такой год, когда, например, маленькая конфликтная ситуация между кем-то, да, может обратиться в большую проблему. Поэтому, да, старайтесь в такой год, особенно, я думаю, нужно быть аккуратнее в тех местах, вот, где алкоголь пьют, да, люди, где немножечко такие вот благоприятные условия для негативных всяких, там, например, там, конфликтов и так далее. Вот старайтесь поменьше посещать такие места. И лишний раз, например, если конфликтные ситуации сталкиваетесь, вы старайтесь их не усугублять, потому что именно бардель,
вот может именно, как я сказал, маленькая негативная ситуация может приводить к негативным большим последствиям. Поэтому старайтесь вот избегать таких ситуаций, конфликт. Но помимо этого, да, вот Барджиль – это такой считается год, который заботливый семьянин, преданный, такие считают. Поэтому я думаю, что у нас вот, вот этот год, да, Барджиль, будет нести себе много, я думаю, свадеб, да, что новые семьи будут. А именно благоприятная среда – это для того, чтобы, например, свадьбу сыграть в этот год. Или, например, там своей семьей, чтобы где-то сплотиться, подружиться, там мероприятий семейных много проводить. Я думаю, в этом год, конечно, будет благоприятно. Но что касается вот именно по здоровью, Барджиль – это хороший год для здоровья, для людей в целом. И я думаю, что особых каких-то таких прям серьезных вспышек, как вот было у нас там 2 года назад, да, такого уже ничего не будет. Потихонечку, я думаю, этот год он будет влиять на положительную сторону, что ограничений и, например, самой болезни уже будет поменьше в году. Ну, в общем, это в целом то, что я хотел сказать про год, да. Я желаю всем, да, вот в наступающем году Барджиль, чтобы никто, ни вы сами, ни родственники, семье вашей не болели, чтобы замечательно год позитивно прошел. И постарайтесь вот именно в этом году для себя извлечь максимальную пользу в материально-финансовом плане. Работайте много, да, если у вас есть возможности, там, строительство, покупки, вложения. Надо, я думаю, такой год решительнее быть, да. И помимо этого, да, я желаю всем, вот, чтобы в новом Барджиль нашей республики, да, были все изменения положительные. И чтобы каждый житель нашей республики ощутил на себе вот такой позитив, радость такой, чтобы хочется, чтобы все вот, были счастливее в этот год, радостнее. И, конечно, многое зависит от того, как пройдет год, от того, как сам человек планирует и что делает в этот год. Да? И хотелось бы мне вот обратить внимание на то, что вот правильное питание и здоровый образ жизни, да? Например, жирные, жареные, острые в нашей кухне сильно распространено. И кисломолочные продукты утеряемые. Да? Вот творог раньше у нас делали, да, в республике. Сейчас почему-то у нас даже молоко своего нету, по-моему. Вот правильное питание и немножко надо двигаться, особенно люди, у которых сидячий образ жизни, компьютеры, там, бухгалтер, если человек еще постоянно, да, вот на спину это очень плохо влияет, поэтому надо ходить пешком, дышать свежим воздухом, чуть-чуть заботиться о своем. Вот в Европе, в других западных странах здоровый образ жизни – это неотъемлемая часть уже давно общества уже, да? Вот у нас как-то мы много жирного едим, и у нас очень большой процент желчных пузырей, да, там камни появляются в почках и так далее. Все это от неправильного питания. Поэтому вот я хотел бы вот именно, чтобы с каждым годом немножко агитировать вот верующие, особенно население, да. Я знаю, что вот в основном верующие люди, они не употребляют алкоголь, так правильно. Поэтому вот здоровье нужно, чтобы был правильный образ жизни. Вот, вот это я чуть-чуть хотел бы порекомендовать вот в новом году для Барджиль-то людей, вот, для Барджиль, для людей в основном нашей республики, чтобы они заботились об экологии, раз, правильное питание, здоровый образ жизни, два. И немножко надо в такой год быть решительнее, да, особенно в материальном плане.